Добрый день, дорогие друзья, добрый день. Не имел намерений снимать, как всегда, хотя имел. Просто у меня, знаете, в правой руке трость, сегодня у меня в левой руке кулек, этот пакет, как хотите. И все равно я не хочу упустить такой возможности поснимать вам район ЖД вокзала. То есть я перешел подземный переход, который за моей спиной, и хочу вам показать вот этот район Варны, который идет от ЖД к центру. Вот здесь всегда был и есть вот этот City Market и тротуарная торговля, знаете, такой импровизированный базарчик, то что вы знаете, ваш автор очень любит. Вот там ЖД вокзал, и мы сейчас поднимаемся в центр пешком. Чем не нравится Варнинский центр, что тут все расположено очень близко, компактно, все сгруппировано, скажем так. Вот при моей ходьбе неспешной от ЖД вокзала где-то 8 минут до центра, там где находится фонтан и пупок, так называемый Варны. По красивым улочкам, вдоль которых вы можете наблюдать всякие интересные магазинчики, кафешки, закусочные. Здесь закусочная называется в том плане не то, что там спиртное и закуска, а закуски на болгарском означает вот что-то типа быстрой еды, как типа завтрак. Они говорят, вот утавам да закуся. То есть еду позавтракать, но не выпить спиртное и закусить. Совсем другой смысл. Хочу вам сказать, что преемственность во времени вот, меня просто поражает, радует и вдохновляет, и ласкает мою душу в Варне, знаете. Ничего не меняется. Вот эти закуски, видите, с левой стороны женщина стоит. Вот они как были 15 лет назад, так они на том же самом месте стоят. Здесь Злата Варна, ресторан, кафе, как был, так и есть. Вот этот сквер, как был, так и есть. Влево тут, я сейчас просто не успеваю, влево эти парфюмерно-косметические склады. Тут обалденная косметика болгарская, не только болгарская, по оптовым ценам в розницу. Вот там, видите, вот где, с левой стороны, такие сводчатые окна. Вот там эти склады, склад-магазин, он двухэтажный вообще. Там офигительный ассортимент. И рядом такое старое здание. Видите, такая красивая архитектура. Вот по этой улице мы пришли сюда. Сюда, если продолжить немножко вперед и влево, тоже прекрасное заведение Щура. Такое фольклорное. А здесь что-то вот копают, не знаю, тут был хороший сквер. Что-то они тут мутят, не знаю. Немножко изменилось, тут раньше было два киоска, кофейно-сигаретный, с левой стороны, вот я, где я сейчас веду, убрали. Ну ничего. Вот видите, опять магазин, возле магазина столики, мебельный магазин, тоже столики, все очень классно. Вот велодорожка, по которой я смело иду, потому что тем, у кого есть трость, можно ходить по велодорожке и переходить улицу в неположенном месте. Шучу, конечно. Но где-то примерно так. Уважаю здесь пешеходов. И особенно с тросточкой. Выступают там, где не положено вообще. Пропускают. Да. Очень модные вот эти магазины второго употребления, second hand, очень, очень хорошие товары, очень хорошие цены в Болгарии. И у них цены не фиксированные, а допустим на этой неделе завоз, ну, к примеру, 30 левов килограмм. На вторую неделю этот завоз будет стоить, грубо так, 20 левов, потом 10, и опять новый
завоз. Вот опять же маленький продуктовый магазин, которым я питаю великую страсть. На улице овощи, простенько, спокойно, без пафоса. Не как эти магазины, фабрики, молы, кауфланды. Это вообще, блин, это пародия, издевательство, геноцид над людьми. Так, вот, магазин белья, тоже очень маленький, уютный. Посмотрите, как мило. Очень красивая улица. Очень круто поднимается вверх. Я прошу прощения за одышку, потому что я, ну, к сожалению, прилагаю немножко больше усилий, чем стандартный человек для ходьбы. Поэтому так. Кому не понравится, можете отключить звук, поставить рядом свой любимый телефон и запустить свою любимую мелодию. Потому что мои комментарии, в принципе, не так уж и ценны. Вам главное картинку. А картинка в Арни, конечно, замечательная. Очень мягкая. И в то же время очень контрастная. Видите, как вот человек подает бедняку. О! У Марии, при Марии. Берзух ранений. Это, опять же, закуски с Кара. Это гратарные блюда. На решетке скара – это решетка. На румынском тоже скара – решетка. И вот уже виден центр. Это так называемая Большая Валентина. Такое здание, оно называется Большая Валентина в Арнинцами. И мы уже в центре. О, да. Вот кофейные аксессуары с левой стороны магазин. Кофейных аксессуаров. Улочки, конечно, здесь просто, просто прелесть. Очень мне нравится. Сейчас весной все расцветает. Вообще лафа. Супер. Не знаю. Тут, наверное, камера не передаст вам атмосферу уюта, тепла, романтики, спокойствие варнинских улиц. Очень здесь хорошо. Так, тут где-то раньше был магазин продуктовый, я помню, любил всегда. А вот вместо него большая редкость, когда что-то поменялось. Вместо него домашний потреби магазин. Дамская. Здесь раньше был продовольственный магазин. Да, вот на этом подоконнике я любил опереться, выпить кофе там или пиво. Видите, сколько много секонд-хенда и очень хороший. Все такое разнокалиберное, мелкое, уютное. Мне очень нравится. О, смотрите, кафетерия. Как мило такое окошко, да? И вот тебе кофе продают без пафоса. Это центр Варны. До моря 300 метров. Где такое встретишь в Кишиневе? Нигде. Был единственный островок на Котовского ниже Ленина Стефана. Кафешка. Так нет же, нету ее, закрыли. Вот. Магазины на каждом шагу. Кафешки тоже. Магазин, кафе, магазин, кафе, магазин, кафе. Обязательно. А вот
судя по камере. Ну, у меня тут показывает 10 минут, как я начал запись. Правда, я крутился. А если не крутиться, идти прямо, то точно 8 минут. Вот мы уже в центре, видите? Там какое-то событие у фонтанов. Вон фонтан, центральный Шандарование называется. Вот. Варнинская опера. Это, собственно, является пупком Варны. Фонтан, опера, это пупок Варны считается. И вот наш с вами любимый князь Борис. Пешеходная его часть. Бульвар князь Борис. О, тоже куча магазинов, всяких кафе, что душа пожелает, на любой вкус. Очень мило, очень хорошо, очень спокойно. Вот гостиница Мусала, визитная карточка Варны здесь располагается. И гостиница дорогая, сзади Лондон, и хостел Мусала. Кстати, относительно недорогой. Где-то порядка 15-17 евро в сутки. Но все относительно, конечно. Если сравнить, как в Кишиневе на Буйканах 55 евро стоит номер на Буйканах в гостинице Ария, и здесь в Варне стоит 17, то даже 20. Делайте сравнение сами. Вот я сел на скамейку и не могу не заснять вам. Вот какая старая архитектура, она немножко заброшенная. И все первые этажи, все это магазины, магазинчики, кафешки. Очень, очень приятно, мило для взгляда и для души. Очень романтично и очень уютно.